музика приходить в наше життя, коли ми зовсім ще маленькі. А потім вона нас супроводжує, але декого настільки захоплює, що люди присвячують музиці все життя. Інколи додається щось ще, щось те, що чим музика надихнула, чим захопила, але все одно музика в нашому житті найголовніше. Отже, ми продовжуємо наші з вами зустрічі з нашими харківськими митцями і продовжуємо знайомити вас з людьми, які так чи інакше в музиці, в класичній музиці або в будь-якій іншій. Як музика впливає на людей? Що вона робить для того, щоб у людини змінилося життя, наприклад? Отже, мій сьогоднішній співбесідник – це Олександр Лапін. Він є солістом театру, Харківського театру опери та балету. А ще він там художник, а ще був гримером. Але про все докладніше і все так поступово. Отже, Олександре, спочатку про те, що сьогодні вас знають як соліста. Як сталося так, що от ви зацікавилися оперним співом, адже ну це так не дуже, може, сучасно? Оперне пение заинтересовало меня в 16 лет. Интересно было узнать, что же такое опера. Потому что то окружение, которое было вокруг, не особо любили театр, тем более оперный, это что-то непонятное было. Мне стало интересно, что это такое, и я пошел в театр посмотреть, чтобы у меня сложилось собственное впечатление. В городе Донецке проходила как раз опера «Травиата». И после четвертого акта я вышел, я понял, что я хочу быть на сцене и тоже петь. Я отказался от всего, сел на поезд и самостоятельно сам приехал в город Харьков, где огромное спасибо заслуженной артистке Украины Алле Эммануиловне Резиловой, которая сказала: молодой человек, почему вы не приехали на 2 месяца раньше, мы вас взяли на первый курс без подготовительного отделения, у вас очень хороший тембр, у вас шикарная природа. Я проучился 1 год у Анатолия Григорьевича Грозы, потом перевелся к Николаю Федоровичу Манойлову, народному артисту СССР. И, к сожалению, когда он умер, то есть я остался на распутье. Но мне повезло с тем, что я повстречался с величайшим человеком, с гениальным педагогом, с гениальной актрисой. Но таких просто нет уже. Может быть, будут, может быть, где-то и есть, может быть, я не знаю. Я не имею права так говорить. И с очень хорошим другом. Валентина Федоровна Арканова, народная артистка Украины. Мы начали обучение, соответственно, потом от чего-то приходилось отказываться, что-то нужно было завершать. Вот так вот я попал в класс Валентины Федоровны Аркановой, который я окончил в 2003 году, и в 2003 году я стал солистом оперы. Ну, поки ви навчалися, ви вже в Харківській опері підробляли. Да, я в театр хотел, я хотел за кулисы, потому что донецкого за кулисы мне было маловато. В Донецке я не пропускал ни одного оперного спектакля, если там что-то не шло, я бежал в драму либо в кукольный театр. Театр – это совершенно другая магия, это другой, в каждом театре возвышенное колебание. Ви пішли, ви ж могли співати прийти. Ну, припустимо, що в хорі можна було там підробляти в Міманці. Ну, багато різних. А ви ж пішли гримером? Чи це не одразу? Я прийшов спочатку в театр, все-таки в хор. Угу. Но я там недовго задержався. Чому? Неінтересно. Угу. Вам, співаку, не цікаво було. Ну, це ж участь у виставах, це вихід на велику сцену, на глядача. Я можу дати більше. Ну, звісно, але ж ви ж починали просто, да. Так?
Но я чувствовал, что я могу дать больше. Я пришел учиться на солиста оперы сознательно. В хор я поступил только по той причине, что я хотел быть за кулисами. Мне нужно было в новой ипостаси входить в нужную профессию. На тот момент просто так получилось, опять-таки, звезды так сложились. Уволился художник-гример. Извините, у меня есть образование, у меня есть большие уже наработки. Я принес свои работы, и меня взяли гримером. Ну, почему же терять шанс? Шанс всегда дается тоже один раз. Але ж це не зовсім акторська і тим більше вокальна робота. Да, но вы закладываете фундамент разносторонний, когда актер приходит на работу, он же несет не только вокал, он несет еще образ, он несет понимание, он несет ансамбль, вокал, оркестр. А также еще актер должен понимать, что есть костюм, еще актер должен понимать, где он находится, место действия, место событий. Как он располагается, как располагаются мизансцены, что он привносит, как формируется образ. Актер должен продумывать все тщательно. Вот ему, допустим, приносит ему обувь, приносит ему костюм, приносит ему парик. У него здесь все должно сложиться. Он же должен перетечь из своего состояния в состояние другого персонажа. Соответственно, должен быть грим. Что мне помогло, чем мне помогло гримерное искусство? Через мои руки прошли очень многие. Ну, я не буду сейчас говорить о великих людях, там, Архипов. Все, кто приезжал в театр, я всех гримировал. Я был один. И на женской, и на мужской стороне. Я научился грим делать, ну, сейчас, допустим, я гримируюсь до одной минуты. Острохарактерный грим. Либо же, если это бытовой, специфический, ну, то есть максимально это занимает у меня минута, ну, полторы минуты. Это, вы, наверное, сегодня еще кому-то допомагаете? Нет. Ни в коем случае. Это мои наработки, я не имею права. Я себе сам должен помочь. Мне нужно подготовить свой персонаж, мне нужно образ вынести, потом мне его достойно нужно довести до конца, полностью заинтересовать каждого зрителя, который сидит в зрительном зале. А потом уже, извините, никому, если я буду кому-то помогать, у меня лишние силы уйдут. Мне потом еще собраться нужно. Мне еще до 3 часов мучиться, проворачивать, извините, а все ли я правильно сделал, а где я что не доделал, что и как. Коли ви вже заявили про себе як про соліста? Адже ви вже заявили себе як гримера, важко відпускати класного гримера. Ну и что? Я в киностудии, меня приглашали на очень многие съемочные площадки, и до сих пор приглашают. Ну, правда, я уже от этого отхожу, потому что это уже не нужно. Я хотел научиться гриму для того, чтобы правильно гримировать себя. Як сприймали ваші педагоги, що ви не співаєте у театрі, а гримуєте їх там? Ну, Валентина Федоровна всегда была против. Гримерное искусство тебе не нужно. Говорю, Валентина Федоровна, вот поверьте, оно мне потом поможет. Ага. Потому что, ну, узость – это неправильно. Нужно немножечко смотреть векторно. Причем, сколько хватает глаз, оно лишним никогда не будет. Уже когда я перешел в ипостаси художника-постановщика, вот там и гримерное искусство мне помогло, и все наработки, когда я ходил, смотрел, подглядывал, замечал, ничего не пропускал мимо. Это все потом, оно все всегда пригодится. Когда вам что-то дается в жизни, это, знаете, шанс, вот, нужно брать. Ну, як ви заявили про себе, що хочу вже бути солістом, я хочу співати. Прослушивание в театре было, баритоны уехали, почему бы не попробоваться? Тем более уже закончился мое обучение. Скористалися нагодою. Да, на тот момент я уже был лауреатом международных конкурсов. То есть у меня уже был послужной список, у меня был чемодан на работу. Ну, чемодан на работу. Я тогда был студентом зеленым и ничего не умел. Я просто пришел, спел арию в оперный театр. Меня что взяли. Співали? Евгения Онегина. И одразу все сталося. Вас одразу... Да, меня приняли в состав солистов. Многие мои коллеги были против, что у нас гримеры запили. Ну, были против, это было давно, я на них не обижаюсь. Ну, вы же знали, что вы не только гример, вы еще научаетесь, и что вы співаете. Да? Я не знаю, что они знали.
Театр. Да, это театр. Так. Театр очень удивительная вещь. И какую вам доверили партию выполнять? Маленькие партии – это хлеб, это основа. Пока вы не выйдете и не набьете своих шишек, ничего не получится. Маленькая партия, она коварная. Может быть, 8 нот, но если вы не вовремя вступили или же не вовремя вышли, до свидания. То есть усидчивость, пунктуальность, четкость, музыкальный слух, собранность. Этому учат маленькие партии. Вы можете спеть их все, ну вот сколько, 3-4 года этого маленькие партии. Это вы учитесь ходить по сцене, вы учитесь. Это первые шаги. Вы ничего не умеете, вы ребенок грудной. Вас еще даже за ручку не водят. Вас еще кормят грудью, вас кормят молоком матери. Вот это вот маленькие партии. И очень долго кто на них сидит и даже потом не брезгует, это манка. Она нужна. Даже если уже вы поете большие партии, нужно выходить в маленьких. Иногда. Це, так би мовити, таке тренування, так, своїх акторських і вокальних здібностей в тому числі. Ну, на даний момент, на сьогодні, я вважаю, що іменно так. Що буде через 5-6 років, я не знаю. Може бути, я буду вже придержатися другого мнення. Кажуть взагалі, що баритонів досить багато. Завжди не вистачає там тенорів. І нещодавно я почула таку фразу від одного відомого актора, що баритон – це взагалі такий нецікавий голос, він такий рівний, малоемоційний, і партії нецікаві, і взагалі от тенор – це таке драматизм, багато емоцій, таке інше. А баритон нецікавий. Як ви вважаєте, він правий? Що ви думаєте про партії баритонів взагалі? Кожен чоловік має право на своє мнення. Если человек так считает, это, конечно же, его право. И он абсолютно прав в своем мнении. Что насчет, опять-таки, я ничего не могу сказать насчет баритона. Природа распорядилась так, что у меня драматический баритон. Есть перечень партий, которые написаны для драматического баритона. Это не значит, что конкретно для меня. Вы знаете, бывает такое, вот почему вот, там, много баритонов, а почему, допустим, поет там кто-то один. Самая лучшая оценка ту, которую дает зритель. Зритель, если ему нравится актер, вокалист, соответственно, зритель стремится на его спектакль. Если у этого актера, этого вокалиста есть наличие сценического мастерства актерского, на него стремится зритель. Если это берет за душу, на него идет зритель, и зритель советует всем своим знакомым, и количество зрителей увеличивается. Партия «Эскамильо» выписана для всего регистра драматического баритона. С самого низа, как правило, иногда отсутствует, до самого верха, как правило, присутствует. А еще там середины очень много. А еще и темп. А еще и очень сложный рисунок. Ну, в принципе, легкий, да, вот вся опера такая легкая, но рисунок сложный. Вот это вот все озвучить, и помимо того, что еще озвучить, еще сыграть, наполнить и подать. Thank you.
Очень сложная партия. Про що мрієте? Що б хотілося ще виконати? Чи може щось уже от-от буде? О чем я мечтаю, как актер? Так. Как актер я мечтаю о том, чтобы вовремя почувствовать, что стоп, хватит. Ну, ты еще ж далеко до цього. Да никто не знает. Угу. У каждого свой отрезок времени. У вас є така чудова платформа, ви ще сценограф. Да. Мне нравится сценография, объясню почему. Мне всегда чего-то не хватает. В первую очередь, то есть, когда вы вносите один образ, когда вы над ним работаете, это все-таки маленькая работа. А есть еще общение с режиссером, постановщиком, инициатором, медийным мыслителем. Визуализировать его видение, что-то привнести свое, отслеживать театр, это всегда был, есть и останется отражением, зеркалом происходящего в обществе. Насчет мечты, насчет реализации, конечно же, всего обхватить невозможно. Но вы знаете, я бы сказал, человек смертен, а бывает и неожиданно смертен. Я хотел бы, ну вот как вот, дается человеку видение, понимание, талант, стремление. Нельзя это закапывать, нельзя это отвергать ни в коем случае. Это чревато. Люди потом болеть начинают, если неправильно задвигают свои таланты. Я хочу максимально каждому человеку, каждому творческому человеку дается свыше провидение, ну, наполняет мыслью, талантом. Я хочу успеть высказаться. Я, конечно, понимаю, это даже, если получится просто рот открыть как-то, даже в харьковском искусстве, то спасибо большое моей жизни, моему времени. Почему не сделать то, что я могу делать? Я хочу это успеть просто сделать, и все. Да, вот я знаю, я понимаю, я стремлюсь, я это делаю. И спасибо огромное тем людям, которые видят это и помогают. А вот опять-таки актерское мастерство, спасибо режиссерам, которые мне повстречались на моем творческом пути, которые просто рассказывали, я слушал, переспрашивал, все-таки общение это первое везде в творчестве. И просто в жизни. Спасибо огромное моему концертмейстеру, гениальному человеку для меня, Ирине Анатольевне Матасову, которая понимает прекрасно, что вот сегодня у меня с утра, допустим, постановочная цеха, а потом у меня сейчас я готовлю партию «Скарпия». Я говорю, что я приду в 4, а цеха закрываются в 6, в 7. Я прихожу в 7, она меня ждет, и мы с ней занимаемся до 10:30. И помимо того, сколько партий она со мной подготовила, и партии, интерпретация уже моя, которую оценили европейские режиссеры и дирижеры, европейские импресарио. Я считаю, что это ее заслуга в основном, потому что те часы длительные изо дня в день, которые она со мной проводит, то есть это часть ее жизни. Самое драгоценное, что может подарить человек в своей жизни, это его время. Мое время, время моей жизни другому человеку. Это бесценнейший подарок. Помимо этого, Ирина Анатольевна, мало того, что есть образ, она приносит литературу этого времени, чтобы максимально ввести уже образ, чтобы понимание было менталитета того времени, и что можно привнести, и как, я не знаю, она как-то отслеживает, что у меня это получается. Мне везет просто женщинами в жизни очень хорошо. Творческие люди, которые не ставят никаких преград, всячески способствуют, помогают. Я безумно им благодарен. Joy and peace.
Ви зараз казали, що іноземні якісь імпресаріо вами цікавляться, адже є така можливість поїхати десь співати за кордоном, в інших трупах, готувати якісь свої сольні виступи, співати, не знаю, романси, арії. Я концерти не люблю. Я очень скованно себя чувствую. Мне нравится сценическая площадка. Угу. Мне нравится, когда декорация, когда вот это все поворачивается, когда есть магия какая-то, вот перенос вот сюда, в другое измерение. А вот так выйти вот один на один с глядачем и подарувати ему особливі такі хвилини. Можна, але на це є другие люди. Мені небеса дали другое. У мене немножечко другі інтереси. Є люди, которых это получается хорошо. Почему же я должен забирать хлеб, что-то вот там вот, а у меня лучше? Нет, я таким не страдаю. Мне нравится сценография, мне нравится актерское мастерство, мне нравится вокальное искусство, мне нравится опера, я обожаю. А це теж можна співати кілька арій в одному, там, одна година, і ви були би всім одразу. Мені подобається оперне мистецтво, тому що там образ максимально розкривається. Для того, щоб розкрити достойно, на должному рівні, з тими требованиями, які я пред'являю к мистецтву, исполнительскому, в маленьку арію, ну, простите, це потрібно бути генієм. Я себе таким не вважаю, я самый обыкновенный человек. И я знаю, что я могу раскрыть образ вот в таком временном отрезке. Вам важливі партнери? Взаємодія, відштовхнутися. Для ефіру? Чи ви існуєте сам по собі? Вам не важливо, хто поряд? Нет, нет, взаємодействие. На сцені происходит единение, ну, знаете, это как тантрический сейти, извините. Я не знаю, как это переводить. Когда вы общаетесь с партнером, когда идет соперничество, не закулисное соперничество, а когда идет творческое соперничество прямо на сцене. Творческое, это ключевое. Вот тогда интересно, потому что начинается вот эта вот связь, тогда пропадает какое-то временное пространство, материя начинает, вернее, воздух уплотняется, и вот тогда уже заворачивается. Ну, просто вот это вот то чувство, из-за которого... Але ж є різні виконавці, які, ті, які зосереджені на подачі голосу, на своїй партії, вони здебільшого дивляться на диригента, а не на партнера. Вони повинні пам'ятати про те, на яку точку вони коли повинні вийти, розвернутися до глядача, щоб звук пішов. Ви, це, знаєте, вам заважає? Вот не люблю, чи ви не звертаєтесь? Не люблю, я ніколи навіть не відслежую і не намагаюся ні критикувати, ні говорити о том, як роблять інші. Я знаю, що у мене є свої мінуси, у мене є недоработки, є наработки. Всі ми люди живі, у всіх є... Ну, це звісно, не так, знаю, але ж... Не знаю, не обращаю внимания. Я на дирижера никогда не смотрю. И суфлера я тоже не слышу. Угу. Ну, самое главное, вы должны работать четко направленно. Вот у вас есть конечная цель. У вас есть полностью разобранная вами партия, весь образ составленный. Є репетиції. А якийсь момент імпровізації присутній в опері взагалі? Чи тут неможливо нічого імпровізувати, бо від цього залежить все? І а партнери, вот это вот и есть творческая оркестр. Схватка. Угу. Виходить партнер, он тебе свой образ, а ти йому свой. І ви потім договорюєтесь прямо на спектаклі в процесі воспроизведения всіх ваших наработок. І от вот здесь вот стичка і виходить. Вуаля, спектакль закончился. И вы этого не замечаете. И вот тогда либо вы выходите одухотворенный, часа три, потом уже где-то у вас там сознание начинает приходить. Вот здесь вот можно было бы немножечко вот так, а вот здесь вот дыхание, и тогда бы нота понеслась, а вот здесь вот если бы еще больше посыла, а вот если бы он еще вот так вот реагировал, да. Но это обычно уже так, 3 часа утра уже перед сном. Либо же снится. Oh!
як ви налаштовуєтесь? Адже не завжди є, є настрій, не завжди звучить голос. Это издержки профессионализма, это кухня. Ну, щось надихає вас? Есть правило щелчка. Хтось слухає музику, хтось у тиші сидить. Ви готуєтесь к спектаклю с вечера. Ви не можете йти по городу, напевать там что-то. Каждый по-разному, я так не делаю. Я иду, у меня все в мозгу крутится, вертится. Глаз безумный, ничего не вижу. Когда актер заходит в гримерку, он уже образ полностью проработался. И потом самое главное, вот, когда он уже оделся, поставил, посмотрел, выходим на сцену. Вот здесь вот я Саша, выходишь я. То есть к сборке должна меняться сразу. Она уже заготовлена, ты уже продумал, здесь вот это, вот я, допустим, пластикой я показываю, вот это нужно здесь не забыть, здесь у меня так, чтобы удобно было восстанавливать дыхание, а вот здесь вот такой вот кульбит, а вот здесь такой поворот. Для этого есть мизансцены, репетиции, для этого есть режиссеры, для этого бешеная подготовка, работа с концертмейстером, с дирижером. Это пласт, ну, это работа всех. Эти спектакли, это коллективное творчество. А за межами театру ви слухаєте якусь музику? Що це за музика? Що може вас надихнути? Блюз. І все. Дальше як пойде. Ви слухаєте інших оперних виконавців, намагаєтесь подивитися якусь оперу, щось підгледіти, щось перейняти, може, навчитися чомусь у інших світових виконавців. Наше настроєння і наші емоції сопричастні з колебаннями, які йдуть, резонують від планети Земля і від людей. Це доказано, це не те, що там придумано мною, це фізиками вже доказано. Наша эмоция, соответственно, подключает колебания. Вы включаете музыку, она вам нравится, на третьей, на пятой секунде вы продолжаете слушать, либо вы ее выключаете и ищете другую. Точно так же с вокалистами. Вибрации у всех разные. Если сейчас подходит по эмоциям, конечно же, да. Не ханжа. Есть, больше всего меня увлекает, когда работает актер. Неважно, музыканты, будь это скрипачи, не знаю, любые музыканты, неважно кто. Когда идет эмоциональная подача, когда человек полностью соединяется с инструментами, он им живет, вот это видно. Я не знаю, как это объяснить, это захватывает. В драмтеатре не хочется что-то поставить? Сценографию? Вы знаете, такие мысли посещают. Если предложат, не откажусь. Ну, я хочу вам побажати тоді усіляких успіхів на сцені у будь-якій іпостасі. Ну, а наших глядачів хочу запросити до театру. Слухайте і дивіться прекрасне. І отримуйте насолоду. До зустрічі!